Гороскоп на 3 декабря. Здоровье Овна можно назвать железным. В конце дня будет заметное ослабление энергетики, вероятное состояние вялости и усталости, возможно обострение старых хронических заболеваний. Примите все возможные меры против инфекционных и простудных заболеваний. Судьба заботливо оградит тельцов от любых серьезных проблем. Даже в период затишья деловые люди должны помнить о потенциальных проблемах и неприятностях. А главное – не растеряться, уметь действовать в экстремальных условиях. Благодаря своей общительности можете работать в промышленности в области снабжения и поставок. Чтобы реализовать свой потенциал, близнецы должны несколько изменить свой характер и быть готовыми к тому, что вам придется упорно трудиться. На службе дела продвигаются не очень быстро, зато в финансовом отношении этот период вполне удачный. Раки смогут сэкономить приличную сумму или выиграть на разнице курса валют. Старайтесь совершать разумные покупки. Сегодня у многих львов появится возможность совместить учебу и работу по специальности. В делах потребуется не только настойчивость, но и эрудиция. Постарайтесь превратить конкурентов в своих компаньонов, применив свое тайное оружие, энергетику, красноречие и логику. Мысли дев будут поглощены работой, причем успех будет только подхлестывать вас. Если вы по-настоящему увлечетесь делом, которым занимаетесь в данный момент, то вас ожидает в самое ближайшее время головокружительный успех и прибыль. Положение планет способствует взаимопониманию с матерью. И есть вероятность получения подарка или небольшой суммы денег от женщины. Если весы давно не встречались и не созванивались с родными, сделайте это сегодня. Этот день может ориентировать деятельность скорпионов на семейные проблемы. Возможно, их подопечные ждут внимания и заботы. Больше внимания уделите детям, проводите с ними больше времени, интересуйтесь их проблемами, помогайте советам и материально. Хотя вы часто даете советы окружающим, сами редко прислушиваетесь к мнению других. Стрельцам сейчас не следует отправляться на поиски счастья. Лучше обратите внимание на то, чем вы обладаете. Это не лучшее время у козерогов для продвижения в карьере и общения с начальством. Могут появиться трудности с финансами. Будьте бережливы и тратьте деньги лишь тогда, когда убедитесь в том, что ваши затраты с лихвой окупятся. Интеллектуальный труд принесет водолеям удовольствие и определенное материальное вознаграждение. Причем, чем сложнее работа, тем больше вознаграждение. К деньгам относитесь серьезно и не упускайте возможности заработать. Сегодня вряд ли по достоинству будут оценены интеллектуальные или творческие способности рыб. Это вызовет разочарование и сомнения в правильности выбранного пути. Обращайте во благо все непредвиденные жизненные обстоятельства, находя в них новые возможности.